здесь такой спит? Кто? Смотрю, сейчас пишут, покажите Джокера. А у Джокера козявка в носу. И он не дает ее почистить. Вот скажите, вот как мы. Он уже все, бежать, бежать, бежать. Он только слышит, потому что я только начинаю ему чистить нос или глаза. И начинается истерика. Начинается истерика. Мяпки. Кабанчика. Мяпки сам. Как? Я сам из носа. Вчера игрался, Амиран с Рамазом сделали ему такую игрушку. Рамаса, где она? Бабочку. И он ею. Игрался вчера, игрался, да? Игрался вчера, игрался кабанчик. Да, такой толстенький, он на солнышке любит загорать. Амиран, там отвязать надо. Попроси папу, он тебе поможет отвязать. Отвязай, папка. Стоя катается, знает, что я буду ругаться, и все равно катается стоя. Вот у вас такое бывает с детьми. Причем он раньше не умел стоя кататься, научился, насмотрелся на других детей, и началось. А у меня всегда душа уходит в пятки, когда я это вижу, наблюдаю, как он стоя катается. Кстати, ну сейчас уже сел, потому что увидел, что я была в ярости. Холодно, уже чувствуется такая осень, знаете, листики все. Еще много зеленых, но и много желтых, красных. Как-то прохладно сегодня, небо такое не голубое, серое, серое, хмурое, унылое. Хотя бы осень можно рассматривать и с позитивной точки зрения. Если укутаться, завернуться в плед и сидеть где-то с теплым. Не договорила. Если, конечно же, завернуться в плед, укутаться, сесть на кресло-качалку возле камина с чашкой горячего шоколада, то можно, конечно, осень. А за окном будет идти дождь. А ты уютненько будешь сидеть дома, со своей кругу семьи, с детьми. Рядом будут играть дети каким-нибудь паровозом или железной дорогой. Это совершенно другая история, да? Так осень можно провести приятно. А когда хорошая погода, нет дождя, можно пошуршать по листьям, походить. Люди, кстати, сейчас фотографируются везде. Везде. Это еще не наступила такая осень с красными листьями, и фотографирующихся будет гораздо больше. Причем люди фотографируются как на обычные телефоны, так и на профессиональные камеры, на уже фотоаппараты. С фотографами приходят, устраивают даже семейные съемки, семейные фотографии. Если сейчас мне кто-то скажет, как это так, у вас идет война, а вы устраиваете фотосессии, то в том-то и проблема, что люди пытаются жить сейчас одним днем, жить сегодняшним днем, запечатлить те моменты счастья, пока есть, пока, да, страшное слово, пока. Не буду так говорить. В общем, когда семья вся в сборе, и есть отец. Сейчас ведь никто не знает, что может случиться завтра. Очень многие вообще не вернулись с фронта. И пока есть отец, пока нет, не пока. Пусть у всех останутся живы. Пусть все останутся живы и здоровы. И в семьях будут отцы, и дети не будут жить сиротами. Это такая больная тема. Знаете, я хотела
поговорить о хорошем, о фотосессиях, и потом вспомнила, что сейчас понаписывают, как вы можете фотографироваться, потому что люди пытаются поймать этот момент счастья и запечатлеть его на фотографии, потому что никто не знает, что будет завтра. И живем сегодняшним днем, радуемся, радуемся всему, что происходит. Какая палка? Это твоя палка? Да, да. А где ты ее нашел? Возле того дуба? Ты ее там прятал, да? Ты прятал ее там? Нет. Сейчас вытрем. Мама! Шпиль. А у нас сейчас будет сказка. Мы легли на дневной сон. Будем читать сказку из книги «Дружба и братство сильнее богатства». Грузинская сказка. Цикара. Что было, то было, а чего не было, того и не было. Жил-был маленький мальчик, умерла у него мать. Отец погоревал-погоревал и привел в дом другую, злую-призлую. Не взлюбила мачеха своего пасынка. «Сживу, — думает мальчишку сосвета, — тогда муж одну меня любить будет. И пропал бы мальчик, не будь у него верного друга. Это был цикара, большой добрый бык. С утра выводил его мальчик на зеленый луг. Пас там до вечера, а в жаркое время прятал цикару в тень или купал его в реке. И рядом с другом забывал мальчик свое горе. Видит мачеха, не избавится ей от пасынка, пока он с цикарой дружит, и притворилась больной. Лежит и стонет, испугался муж. «Чем помочь тебе?» – спрашивает. «О, муженек!» – стонет мачеха. «Свари-ка ты для меня сердце цикары и его печенку. Я их съем и поправлюсь». День проходит, другой, третий. Не встает хитрая мачеха с постели. Плачет, вздыхает, того и гляди, помрет. Делать нечего. Взял отец самый большой нож и давай точить его о камень. Только искры посыпались. Увидел это мальчик и спрашивает: «Отец, зачем тебе такой большой нож? Для чего ты его точишь?» «Видишь ли, сынок, — отвечает отец, — должен я цикару зарезать». «Погоди, отец, — попросил мальчик, — дай я напою его в последний раз». Повел мальчик цикару к ручью, поет его, а сам плачет. Вдруг слышит он человеческий голос: «Что ты плачешь, дружок? Какая беда с тобой стряслась?» Оглянулся мальчик, никого нет. Ну, думает, почудился мне этот голос. А цикара смотрит на своего друга умными глазами, словно ответа ждет. «Эх, цикара, цикара, зарезать тебя хотят», — сказал мальчик. «Знаю, дружок», — отозвался голос, — «знаю и то, что без меня житья не будет». Понял мальчик, что цикара с ним говорит. «Беги-ка ты домой», — сказал цикара. «Захвати с собой кувшин воды, гребень да точила. Садись ко мне на спину, убежим отсюда». Мальчик так и сделал. Взял он кувшин, гребень да точила, сел верхом на цикару, и они умчались. Ждал-ждал отец, пошел к ручью. Нет там ни мальчика, ни цикары. Узнала об этом мачеха. Мигом соскочила с постели, открыла хлев, вывела оттуда большую свинью со страшными клыками и говорит ей: «Беги за мальчишкой и цикарой, догони их и убей!» Бежит свинья, клыками сверкает, точно саблями, вот-вот догонит. Услышала цикара топот, оглянулся и кричит мальчику: «Беда, дружок, смерть за спиной, скорее выплесни воду из кувшина!» Выплеснул мальчик воду, видит, стало посади бурное море, а по морю плывет свинья, захлебывается рылом. Волны сечет. Далеко умчались друзья, пока свинья море переплывала. Успокоился мальчик, и цикара говорит: «Ну-ка, оглянись, не видно ли чего?» Повернул мальчик голову и отвечает: «Что-то похожее на муху виднеется.
не то ползет, не то летит. Это свинья, крикнул цикара. А свинья тут как тут, вот-вот догонит цикару. Бросай скорее гребень, крикнул цикара. Бросил мальчик гребень, и встал за ними целый лес. Да такой густой, что в нем даже мышь хвостом не повернет. А свинья, знай себе, режет лес острыми клыками. Пробивается сквозь чащу, опять друзья от нее умчались. Да недолго пришлось им радоваться. Оглянулся мальчик и видит, снова показалось вдали что-то похожее на муху. Не то ползет, не то летит. Не успел он сказать об этом цикаре, как свинья опять тут как тут. Визжит, хрипит, клыками сверкает. Вот-вот догонит. «Бросай, точила!» — крикнул цикара. Бросил мальчик точила, и выросла перед свиньей круглая, голая скала высотою до самого неба. Крутая, прости. Голая скала высотою до самого неба. Стала свинья резать камень клыками, делать себе в скале ступеньки, ступенька за ступенькой. Глядь, свинья уже на вершине скалы. Разогналась свинья, рухнула в пропасть, унесла с собой наше и ваше горе. Теперь, друзья, можно и дух перевести. Вышли они в чисто поле, к высокому тополю, да, что... Опять свиньи покусали ножки и косточки остались. Да, свиньи ножки и косточки остались, все верно. Такому высокому, что верхушка его касалась облаков, пойду-ка я, говорит цикара, поброжу по полю, травки поем, силы подкреплю. А ты, дружок, полезай на дерево. На самый верх, верхней его ветке висят две свирели, одна веселая, другая грустная. Сиди на ветке, да смотри, не слезай без меня. Скучно станет, сыграй на веселой свирели. Слетятся к тебе птицы, принесут еду и питье. Бабочки красивые прилетят, спляшут под твою музыку. А если тебе я понадоблюсь, возьми грустную свирель. Не успеешь ты заиграть на ней, как перед тобой я появлюсь. Залез мальчик на верхушку тополя, снял с ветки веселую свирель, приложил к губам, дунул, и все кругом запело, заплясало. И надо же было услышать его игру один пастух. Пошел он на звуки свирели, стал под тополем, поднял голову, видит, сидит на дереве мальчик. Играет на свирели, а вокруг красивые бабочки пляшут, птицы кружатся, щебечут, мальчику подпевают. Тут бы и самому пастуху сплясать, повеселиться. Да он был человеком злым, завистливым. А злые люди радуются чужому горю. Вот и я, задумал пастух, отнять у мальчика. Вот и задумал пастух отнять у мальчика его радость. Слезай, говорит, с дерева, покажи мне свою свирель. Но сколько ни упрашивал пастух, мальчик остался сидеть на ветке. Ведь цикара не велел ему спускаться с тополя. Пришел злой пастух во двор и говорит царю: «Так, мол, и так, ваше величество, сидит на верхушке тополя мальчишка, играет на свирели, а от его музыки веселье на весь мир. Хотел я привести его сюда, чтобы он вас повеселил, да не хочет он». «Как это не хочет?» – рассердился царь. «Эй, слуги, немедля снять мальчишку с дерева и посадить в тюрьму!» Слуги послали за мальчиком старую колдунью. Идет колдунья, одной рукой тащит маленькую козочку, а в другой шило держит. Стала она под тополем и давай колоть козочку шилом. Больно козочке. Блеет она, да так жалобно, что мальчик перестал играть и кричит старухе с дерева: «У тебя там что, зубик режется?» «Что там у тебя зубик режется?» «Нет». «Бабушка, бабушка, что ты делаешь? Зачем козочку мучаешь?» «Ах, сыночек, — отвечает колдунья, — зарезать ее хочу на обед, да никак не могу. Будь добр, помоги мне, а то я с голоду помру». Пожалел мальчик старуху, спустился с дерева, повелела колдунья руку, повела рукой у колдуньи по его волосам, и уснул мальчик. Тут прибежали царские слуги, схватили его и унесли, а свирели так и остались висеть на ветке. Проснулся мальчик в тюрьме. Вокруг тюрьмы 9 стен, в каждой стене крепкая дверь, на каждой двери надежный замок. Вспомнил мальчик про свирели, про своего друга цикару и заплакал. Вдруг он увидел ворону. «Ворона, ворона!» — крикнул мальчик. «Куда ты летишь? Куда спешишь? Ради счастья детей своих лети в чисто поле к высокому тополю, сними с ветки мои свирели, принеси мне». «А кто в меня камнями кидал?» — сказала ворона. «Нет уж, сиди лучше здесь,
за 9 замками, а то и моих детей камнями закидаешь. Улетела ворона. Мальчик еще сильнее опечалился. Вдруг он увидел воробья. Воробей, воробей, ради жизни своих птенчиков, лети в чисто поле. К высокому тополю принеси мне мои свирели, попросил мальчик. А кто нам, воробьям, сети расставлял? Кто наши воробьиные гнезда разорял? Сказал воробей. Нет уж, для моих птенцов лучше, если ты останешься здесь, за 9 замками. Улетел воробей, а мальчик еще больше пригорюнился. Видит, летит ласточка, запел ей мальчик песенку. Поет, а слезы так и льются у него из глаз. Ласточка, 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 косаточка, ты лети-ка во поле, сядь на ветку тополя. Принеси мне 2 свирели, в них и горе, и веселье, грустная свирель заплачет. Верный друг ко мне прискачет, а веселая споет, целый мир сплясать пойдет. Пожалела его ласточка, принесла мальчику 2 свирели. Взял мальчик грустную свирель, приложил ее к губам, дунул, дунул, и заплакала свирель. Услышал ее цикара и побежал к мальчику. Первую дверь проломил, вторую сбил, третью свалил, четвертую разрушил, пятую в щепки превратил, шестую взломал, седьмую разнес, восьмую прошиб, а девятую двери чуть не погиб, рог сломался у цикары. Пригорюнился цикара, не жаль ему сломанного рога, а жаль плененного друга. Тут откуда ни возьмись, мышь выскочила. Хочешь, говорит, рог тебе приживлю, только ты это должен помереть, а я твое мясо съем. Ладно, согласился цикара, приживляй скорее. Приживила мышь сломанный рог, бросился цикара вперед, вышиб последнюю дверь, подставил мальчику спину, и только их обоих и видели. Снова забрался мальчик на верхушку тополя. Простился с ним цикара и, как ни в чем не бывало, отправился в поле. Сидит мальчик на дереве, играет на веселой свирели, но вдруг тоска на него напала, захотелось ему цикару повидать. Взял он грустную свирель, играет час-другой, а цикары нет как нет. Что делать? Слез мальчик с тополя, пошел искать своего друга, искал, искал. И нашел его посреди лужайки мертвого. Припал мальчик к телу цикары, плачет, заливается. Да так горько, что травы перестали расти, птицы больше не щебетали, цветы не цвели, бабочки слезы роняли. Цикара мой, цикара, плачет мальчик, как жить без тебя? Вдруг откуда ни возьмись, выскочила мышь. Обедать она пришла, бычьим мясом лакомится. Увидела мышь, как убивается мальчик, и говорит ему: хочешь, я оживлю твоего цикару? Только ты за это умрешь, а я твое мясо съем. Пусть я умру, сказал мальчик, только бы цикара был жив. Побегала мышка по лужайке, нашла какую-то травку, потерла ею цикару, и он ожил. Обнял мальчик цикару, гладит его, треплет, целует. А цикара нет-нет, да лизнет мальчика своим большим языком. Ну, хватит, сказала мышь мальчику, пора тебе и помирать, а то я совсем проголодалась. Побегала она по лужайке, нашла травку, отравку, принесла ее в зубах и подает мальчику. Взял мальчик травку, отравку, в последний раз посмотрел на цикару. Ничего, думает, я погибну, зато мой друг спасен. Но только мальчик поднес ко рту смертельную травку, как мышь его остановила. «Погоди, — говорит, — сколько живу, а таких друзей, как вы, сроду не видела. Так уж и быть, дарую тебе жизнь, живите вечно!» — сказала и пропала в траве. Сел мальчик верхом на цикару, и помчались они в другие края, где нет ни злого пастуха, ни хитрой колдуньи. Нашли они другое поле и другой тополь, еще выше прежнего. Цикара ходит по полю, щиплет травку, а мальчик сидит на верхушке тополя, играет на веселой свирели, сам радуется и весь мир веселит. А только он приложит к губам грустную свирель, как цикара в тот же мир перед ним появляется. Представляешь, какая? Тебе понравилась сказка? Я хочу еще. Еще хочешь? А нам спать пора. Хочу. И все. Хочу кучку. Все, друзья. Кучку хочу. Мы будем спать. Кучку.